только под бочок, и спокойной ночи придет серенький волчок. Мы его замочим, спи, мой маленький пострел, все уснуло четко. Спит оптический прицел с лазерной наводкой, спят гранаты РГД в тихом лунном свете. ФСБ и МВД тоже спят, ведь как дети. Спят мемориальным сном траурные ленты, спят пока еще живьем папкины клиенты. Где-то спит строптивый мед, спит патронов ящик, спит российский президент и его заказчик. Баю-баюшки, баю, спи, мой ненаглядный. Подрастешь, и я куплю ствол многозарядный. Научу тебя, как жить, кстати, для примера. Завтра папке предстоит завалить премьера. Будут тачка, дом, семья, бабки черным налом. В общем, станешь, как и я, профессионалом. Превзойдешь меня в стрельбе, все об этом скажут. А потом, глядишь, тебе и меня закажут.